Это была ночь перед рождественскими каникулами. Шевелись, Макс! И веселье было в самом разгаре. Вы разделили нашу семью на два отдельных рейса. Мам! Макс, пожалуйста! Семья отправилась в отпуск. Это все? Машины уже уезжают! Но забыла одну мелочь. Мам, пап, дядя Блейк, они даже не знают, что я здесь. Они даже не знают, что я здесь. Мои мама и папа уехали в Токио. Я предоставлен сам себе. Ты же понимаешь, что мой почти 10-летний сын остался дома один. Вы предположили, что он на другом рейсе. Мы не проводили перепись населения. Мы получили сообщение о подозрительных лицах в районе Линкольн-авеню. Я не могу попасть в тюрьму, дорогая. Я бы не продержался и 30 секунд в общей камере. А здесь мы реально можем попасться. Никто нас здесь не поймает. А мы преступники. Ничего вам тут не светит. Это мой дом. Я должен его защитить. Оранжевая полоска, центральный карман. Это было неприятно. Я пытаюсь вернуться домой к своему сыну, который одинок и напуган. И ему нужна мать. Все не очень хорошо получается. Один дома. О, нет! Лестница! Ты думаешь, я настолько глуп? Именно так я и думаю. Озвучено для канала Брэйн.